Ребят, всем привет! Вы на канале Автостиль Арзамас. Давно я вам не рассказывал про новинки в области автозвука. Итак, сегодня у нас на обзоре Грифон Про 200 Мидбас. Давно и очень часто вы спрашиваете, что поставить в домашку, что поставить в автомобиль. Не сильно орущий, но приятно играющий. Нам очень часто не хватает мидбасового диапазона, нам не хватает диапазона частот в районе 80 Гц. Так вот, ребят, 3390, и приступаем к распаковке. Что мы получаем за эти деньги? 140 ватт мощности, очень высокую чувствительность и классное звучание. Как вы заметили, здесь всего один динамик, второй у нас уже вкручен в стенде, мы его отслушали. Но честно скажу, я приятно удивлен. Удивлен тем, что все-таки тканевый подвес у динамика за трешку, бумажный диффузор, да, диффузор у динамика должен быть легким, прочным и задемпфированным. Задемпфированным — это чтобы не было после звуча, после того, как колебания закончатся. Прижимные терминалы, сюда очень удобно будет вставлять акустические провода. Относительно глухая корзина. Ребят, фирменная оранжево-леопардная вот эта вот пятнистая расцветка DL-Audio. Собственно, все. Мы не теоретики, мы практики, мы обычно, да, включаем и начинаем демонстрировать вам прослушку в реальных условиях. Сереж, а тебе заходит, да, DL-Audio, когда новинки? Ты прям привержен с DL-Audio. А возьмем, покажем твою тачку. Ребят, Сергей у нас собрал свой Kia Ceed полностью only DL-Audio, то есть это демо-кар на компонентах DL-Audio от нашего магазина, нашего менеджера Сергея, который очень часто с вами связывается, обсуждает многие технические нюансы. За это отдельный лайк поставьте Сергею. Пойдем? Или сначала послушаем? Давайте послушаем потом Серегину тачку. Там стоит у него две двенашки в экспо-корубе от Станислава Певти. Но, давайте сначала послушаем. Отключаю микрофон и приятного вам прослушивания. Господа, забыл сказать. Источник звука 520-й Пионер, у нас стоит на паузе. Очень такой бомбический и живой такой трек. От 80 Гц вторым порядком будем слушать Мидбас и Рейвена 200. Специально я вкрутил их вниз, чтобы вы поняли. Многие говорят, мне не надо орущую середину, мне надо ровное и приятное звучание. Так, Сергей, are you ready? Everyone decided to move too fast. I had a dream, I had a dream when I was only five. Work at a bar, I wanted to see over the other side. I had a friend, putting this energy out of the body. So we hiked to the streets.
Сереж. Что? Ребят, он не только в машине будет приятно играть, но и дома. Вы очень часто спрашиваете доступные динамики в домашку. Так скажем, домашний автозвук, гаражный автозвук, вот это будет идеальное решение, идеальная, так скажем, компоновка. Мидбас плюс низкоиграющий твиттер. Спасибо вам, что вы с нами. Спасибо за то, что доверяете нам. Эти динамики совсем скоро появятся в нашем магазине. Они совсем скоро появятся в России. Да, мы ждем их прихода с нетерпением. Так что будем ждать вместе и будем ждать ваших заказов. Номинальная мощность этого динамика 140 Вт. Будет ли он долго держать эту мощность или нет? Про эти страшные слова, как добротность, эквивалентный объем и резонансная частота, я вам рассказывать не буду. Еще раз повторюсь, это все теория. 1,5-дюймовая звуковая катушка и эквивалентный объем 29,1 литра. Если кому-то что-то даст вот эта величина. Сергей, мне хочется вот этот трек у тебя в тачке Ребят, обязательно дайте обратную связь в комментариях. Мы снимем про эту тачку полный обзор. Процессорный пионер, громкий фронт. Это Грифон Pro 165 Neo. Твиттеры неодимовые. В общем, она просто классно играет. Расскажем про бюджет, расскажем про то, что здесь установлено. Спасибо вам за просмотр. Двигайтесь с музыкой.